Вадим Лисенков со школьных лет интересуется клубом веселых и находчивых. На первом курсе студент впервые попробовал свои силы в этом направлении. Спустя 3 года у молодого человека появилась идея организовать школу КВН, где активные саровчане узнали бы больше о специфике и правилах юмористической игры, смогли создать команды и реализовать творческие способности. КВН немножечко угас. А интерес остался. Именно поэтому мы и хотим найти ребят, которые хотят заниматься КВНом в городе, которые хотят что-то здесь продвигать, толкать в этой тематике и готовы сами в этом плане развиваться и работать. В рамках молодежного форума «Время выбрало нас», который проводился в детском оздоровительном образовательном центре «Березка», Вадим Лисенков вместе со своей командой представил проект «Школа КВН». Идея нашла большой отклик среди участников форума. На данный момент в городе существует одна действующая играющая команда КВН, Российский федеральный ядерный центр ВНИЕФ, под названием в разработке. И есть задача возродить движение КВН, так как это молодежная игра, и приобщить, наверное, всю молодежь, студентов, обучающуюся молодежь именно к этому движению. Студенты с РФТИ делают первые самостоятельные шаги в развитии проекта. Молодые люди создали команду «Запара». На своем примере активисты показывают, что собрать заинтересованных игроков не так сложно. Главное – инициатива и чувство юмора. Команда новая. Соответственно, у нее нет никакой юмористической базы еще, нет никаких шуток, миниатюр. Мы собирались, штурмовались. Сейчас мы стараемся именно написать шутки, поставить миниатюры, понять, кто из нас больше сможет выступать в роли именно актерской, кто среди нас лучше пишет шутки, найти сценаристов, разобраться в команде и понять, чтобы каждый нашел свое место. Если команде «Запара» удастся найти поддержку и место для проведения школы КВН, то с февраля по май ребята реализуют проект. На несколько веселых и находчивых в нашем городе станет больше. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».